Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дечима. Не, ну опять ты, где и сегодня? Не, ты скажи привет, там все дела, а я потом такой, и сегодня... А, привет! Ага, и сегодня мы будем... Дюба! Что мы будем делать? Дюба! Такая прям радость. Короче, мы сегодня еще решили один дюбчик вам показать, он достаточно на многих проектах работает. Где-то это пофиксили, там, например, на Бориалисе, где-то это работает еще... за 10 минут до видео, кто успеет. Не, на самом деле, да, есть такая... Кто увидел первый, тот может успеть. Есть такая тенденция, когда, знаешь, выкладываешь видео, и везде сразу пофикшено, и все проекты такие, о, пофикшено. Короче, что, ни у одного... У всех проектов все пофикшено, только каждое твое видео новый запрет. Короче, приходите на Бориалис, играйте вместе с нами. У нас есть сервер Magic, сервер Hightech и другие сервера. Ссылочка в описании. Короче, для Дюба нам потребуется мигалка. Вот одна из мигалок, которая нам подойдет. Там не обязательно мигалка, там можно даже вдвоем просто, чтобы кто-то редстоун сигнал подавал. Не, на самом деле, может кто-то и просто как бы стоять и выкидывать блоки. Дальше нам потребуется дроппер. То есть вот такой вот раздатчик, диспенсер или дроппер, вообще по барабану. И мод Blood Magic. То есть мод Blood Magic, там жажда крови, все дела там. Вот, и короче, нам что нужно? Нам, ну я так что-то вспомнил. Blood Magic, Magic. Короче, нам... Magic, Blood. Нам потребуется вот такой вот сигл. Сигл of Magnetism. Который что нам делает? Который мы сможем включить, дропать какие-нибудь вещи, и они будут так вот притягиваться. Да, вот эти вещи притягивают этот сигл. Вот. И с помощью него мы будем дюпать. Дюп на самом деле до безумия вообще прост и легок в исполнении. Можно разных очень много придумать способов, но вот мы сейчас покажем один из них. Ставим мигалку, ставим воронку, ставим раздатчик, берем блоки, которые мы будем дюпать. Например, это будет 64 алмаза. Сейчас я остальные... А, хотел остальные, как я их выкинул? Ладно, вот у меня 30 и 64 алмаза. Вот так вот сделаем, чтобы было... Чтобы они сюда выстраивались у меня. И что мы делаем? Мы включаем сигл в магнетизм. Сейчас проверим, сколько у меня крови. Смотри. Смотри, сколько у меня крови. Она даже не тратится. Она будет тратиться только, когда именно поднимает блок. Вот смотри, оп. Вот теперь кровь... О, она даже не потратилась. У-ху-ху. Нет, на самом деле там счетчик просто немножко, да, позже сбивается. Я даже не знаю, после каких обновлений. Короче, суть не в этом. Мы берем 64 алмаза, закидываем их сюда. А, понятно, конечно. Побежал. Надо подключить, чтобы раздатчик выбрасывал алмазики. И встаем вот сюда, вот под воронку. То есть что происходит? Получается, алмазики выпадают и в воронку, и в меня. То есть вот-вот-вот. Смотри, там 30, да, должно быть? Ты помнишь? 30. Не больше 30, правильно? Смотри. 19. Что-то не работает, можешь сказать ты, да, Дэйч? Но, смотри, заходим в воронку, и тут еще 32. То есть, видишь, мы уже больше сделали. А, теперь мы... Откуда лишних 20? А вот так вот работает. Я же говорю, воронка поглощает, и я принимаю. То есть некоторые алмазики, они, получается, пролетают сквозь воронку, попадают в нее. И в то же время ко мне в инвентарь. Читерно. Читерно, да. Так можно не только алмазы делать, так вообще любые вещи, хоть топоры выкидывай, типа, вот что будет один топор попадать в воронку. На самом деле, знаешь, что я придумал? Слушай, у нас есть тут трубы, да, какие-нибудь? Подожди, так, сейчас это все выключим. А? В минус ушел? Да вот, смотри, какой в минус. Вот, смотри. Видишь, их больше стало. Так. Мы сейчас возьмем мод, мод. Какой же мы мод возьмем? Где трубы есть у нас какие-нибудь приятные? Механизм. Вот, Thermal Dynamics возьмем. Thermal. Да. Возьмем Fluid. Нет, не Fluid Duct. Где обычные предметные? Флаксовые. Они выкидывают блоки, если хочешь. Я хочу соединить воронку. Ну, из воронки, не знаю, можно сразу? Можно. Хочу соединить. А, ты хочешь, я понял. Вот так. Ну, не так, а... Вот так. Все, будет передаваться? Да. Нет, там нужно... Надо наконечник поставить, который, скорее всего, выбирает блок. Так, какой тут получается это? Красный, да, там любой. Сюда? И включить его, да, получается, под редстоун. Под редстоун блок, вот я вот так люблю. Оп, так, смотрим. Тыщ, не отдает. Здесь что-то работает не так. У меня есть подозрение, что я ракал.
Короче, я думаю, вы поняли, что можно сделать. Можно просто зациклить эту систему. А, нет, передал. Слушай, просто дольше было. Так, ты, наверное, что-то опять... Нет, смотри, уже нормально. Я вот делаю подсказку, ты по-любому что-то неправильно делаешь. Нет, ты смотри. Не стал вот этот, вот воронкой. Смотри, теперь мы засовываем туда все это. Все это засовываем. Эй, раздавай. 4. Где алмазы? Алмазы! Я хочу... Поставь наконечник быстрый, который ты медленный наконечник поставил. Я же положил... А, я... Этот подожди. Наконечник передает по одному блоку, не стаками и так во, далее. Во, все, готово. Вот. Ну, как-то так. Да ладно, пусть как-то будет так, по, да? по одному. Вон, вон, алмазики, смотри. Дюпнуть. Ты наконечник плохой поставил. Ну, давай посмотрим другой наконечник. Так. Какой? Вот такой? Нет, последний, вот последний крафт. Да, вот этот. Он может стаками передавать, там его просто надо забить. Вот так. Переставь этот наконечник. Все? Да. А ну. Уезжай! Уезжай! Он не успевает. Но он быстрее уже работает, уже хорошо, смотри. Нет, там просто зайди, надо настроить, короче, его, ну... Пусть люди уже сами мучаются, что ты сам мучаешься? Ты, подожди. Экстраутилитес эту поставь. Кого? Экстраутилитес. А, она тут нет у меня экстраутилита. Как? А вот так, вот. Я не поставил. Вот, и короче, сюда можно алмазики понимаете, складывать. Понимаете, человек хочет показать вам автоматизацию дюпа и не ставит экстраутилита. Как ты жить? Ну вот, смотри, нормально, можно через билдкрафт так делать, можно через что хочешь. Можно тут сундучок еще поставить и все. В общем, вот такой вот дюбчик. Спасибо, что посмотрели. Кстати, это получается D6-лист экстраутилиты. Это получится уже сервер техномагический, а не просто магический. Хотя и эти трубы тоже. Ха-ха. Я могу тебе рассказать, можно еще, короче, через ритуал сделать один. Чтобы выдавало в соседний сундук. Сундук подключается к этой воронке через невидимые трубы. Я думаю, ты понимаешь, о чем. О! Та-да, да будет свет. Вот, в общем, всем пока-пока. С вами был Бартоломео Дечима и вот такой вот небольшой дюп-дюп-дюпчик. Дюп. Все запрещают магнетизм. Всем пока-пока.